друзья, здравствуйте. Меня зовут Сходоев Алексей. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Приветствуем на ставшем традиционном уже двойном вебинаре. То есть один проходит днем в 12-13 по Москве, в 12 для новичков, 13 расширенный технико-экономический вебинар. И, соответственно, в 19:20 по Москве. Это наш уже ставший стандартным Сергеем Анатольевичем Сибиряковым режим. И если понадобится, мы выделим еще день. Ну, собственно, в таком режиме работают многие активисты у нас на сегодняшний день. И сегодня 15:00 по Москве ориентирован именно для новичков, поэтому давайте пройдем опросник, пожалуйста, чтобы понимать, сколько новичков у нас присутствует. В основном, конечно, этот вебинар ориентирован именно на новых людей, которые входят только в нашу программу, которые интересуются Transnet, интересуются, что такое Skyway. Кто-то понимает, кто-то не понимает, кому-то сложно, кто более технически подкован, сразу понимает перспективы, преимущества, технические характеристики, дальнейший прогресс и дальнейшее развитие шестого технологического уклада. И как раз таки о таких понятиях, как технологические уклады, история развития проекта Skyway, сегодняшние аспекты развития, технические характеристики, параметры, преимущества. Для первого восприятия мы дадим на вводном вебинаре для новичков. Собственно, сейчас по статистике у нас примерно 20, иногда 10, иногда 30 новичков. И большая часть ходит все-таки людей, которые уже не в первый раз слушают эти технологии. Ну, собственно, я думаю, ведем разграничение. Второй раз это все-таки, можно сказать, считать новичком, потому что, что касается меня, я въезжал в технологию неделю где-то. То есть по образованию инженер-механик, но все же разбирался. Для меня это было новым и, соответственно, непонятным на первый момент. Многие моменты были. И если человек гуманитарий, то вообще еще сложнее разобраться. Ну, у каждого своя точка входа в проект Skyway. Кто-то входит на технологию, кто-то входит на маркетинг, кто-то входит на идею, кто-то входит на будущее, кто-то входит на настоящее. Но одно я могу сказать, что в проект Skyway входит все больше и большее количество людей с каждым днем. Итак, собственно, проголосовало 82 человека. Те, кто не проголосовал или не понимает, не умеет, как это делать, поставьте циферку 1, если вы присутствуете в первый раз и вдруг не проголосовали, чтобы понимать, что, собственно, еще в нашей аудитории находится несколько новичков. Друзья, мы начинаем вебинар. Меня зовут Сходоев Алексей. Также вебинар проведет Сибиряков Сергей Анатольевич. Я непосредственно принимаю участие в развитии проекта с февраля 2014 года. Это активное развитие. Видел этот проект еще осенью, в январе 2014 года, но не поверил, что такая технология может развиваться таким способом, о котором я сегодня вам поведаю. Итак, что такое Skyway, что такое Transnet? Вы увидели из ролика, что на самом деле сегодня информация передается за мгновение, денежные переводы осуществляются за доли секунд. Многие процессы, которые раньше либо были невозможными, либо занимали очень долгое время, также вот телефонные звонки, сейчас мобильная сотовая связь – это абсолютно обыденное понятие. Раньше мобильная связь стоила очень дорого, и мобильные телефоны также являлись предметом роскоши. Сейчас это абсолютно обыденная история, никому уже удивительным она не кажется. И, соответственно, мы позиционируем, что через обозримое будущее, то есть 3-5 лет, Transnet станет абсолютно привычным и войдет в жителей планеты Земля. Но существует проблема, что несмотря на то, что многие процессы сейчас происходят фактически мгновенно, что касается транспортной инфраструктуры, то тут наблюдаются очень серьезные задержки и впоследствии огромные потери на логистических перевозках, огромные убытки в сферах, где наблюдаются транспортные перевозки и, соответственно, замораживаются
на месяца иногда товары и грузы, когда при более современной транспортной инфраструктуре и технологии, например, использование технологии Skyway, это, соответственно, можно было осуществлять в десятки раз быстрее. Соответственно, экономить десятки миллионов долларов, может быть, даже миллиарды долларов, если это сфера, предполагающая очень серьезные затраты на транспортные перевозки. И как раз-таки эгрегором, ядром шестого технологического уклада и основой новой транспортно-энергетической, коммуникационной и даже социальной сети Transnet будет струнная технология Анатолия Эдуардовича Юницкого. Что касается интернет, то это кремниевые технологии, это пьезоэффект, когда, собственно, из свойств кремния произошла модуляция электромагнитной волны, и, соответственно, появилась микропроцессорная электроника, сложная электроника, интернет, мобильная связь и так далее. То есть то, что сейчас в плотный обиход вошло в виде пятого технологического уклада, это интернет и телекоммуникации. И Skyway, на самом деле, недостающее звено в будущее мировой, как в будущей, так и настоящей мировой логистике. И на самом деле история развития Skyway началась достаточно давно, то есть более 30 лет назад, более 35 лет назад, я бы сказал, началось развитие Skyway. Это все началось с представления неракетного освоения космоса, то есть была специальная конференция в Республике Беларусь, что примечательно, сейчас проект также развивается в Республике Беларусь. В августе было сформировано научно-производственно-конструкторское предприятие. Первые, так скажем, инженерные кадры поступили на работу. Сейчас это более 13 конструкторских бюро со своими главными инженерами, конструкторами, и работает больше 200 человек. Собственно, более 4 этажей занимает научно-производственно-конструкторское предприятие, плюс цокольный этаж, там находится мастерская, экспериментальный отдел, бизнес-центре «Титан». Пожалуйста, те, кто будет проездом в Беларуси и имеет серьезные намерения по развитию проекта, то может посетить данный бизнес-центр, либо у кого-то есть сомнения, что действительно стройка на данный момент идет, то Марьина Горка, абсолютно в открытом доступе находится информация, как туда добраться, все это доступно абсолютно каждому. И, друзья, на самом деле в 70-х годах, естественно, время не пришло, тогда еще интернет даже не появился, чтобы начать развиваться тем способом, на котором мы на сегодняшний день развиваемся. И в тот момент программу по неракетному освоению космоса не приняли, потому что нужно общепланетарное соглашение, нужны немножко вообще другие отношения между странами, и даже сегодня эта программа, скорее всего, не была бы принята. Соответственно, Анатолий Эдуардович Юницкий, имея в мыслях развитие именно этой программы, пришел к выводу, что необходимо создать транспорт абсолютно легкий, абсолютно инновационный, но использующий существующие законы физики, аэродинамики и существующие материалы. И, соответственно, появилось первое поколение струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, транспорта второго уровня. В нулевых, уже в 2000-х годах, я могу сказать, и что говорить о поддержке Фонда космонавтики СССР, различных людей при власти еще во времена СССР, выделение серьезных грантов ООН, Хабитап, это по развитию городской инфраструктуры, в совершенно недавнем времени, буквально несколько месяцев назад, также ЗАО «Струнные технологии», это головная именно компания, научно-производственное конструкторское предприятие, которое находится в городе Минск, получила грант ПРООН по концепт озеленения крыш, и, соответственно, этот ноу-хау получила свой грант. Но это не просто ноу-хау, которое захотелось сделать хороший дизайн и так далее. Это все направлено на удешевление конструкции и упрочнение как самой конструкции, так и возможности принятия более серьезных нагрузок,
более серьезного напряжения на анкерные опоры, которые могут являться высотными станциями. И в 2000-х годах произошло строительство тестового участка первого, это Московская область, город Озеры. Успешно произошли все испытания, финансировано это было Александром Ивановичем Лебедем, это бывший губернатор Красноярского края, генерал Лебедь, человек, который также многие считали, что он будет в то время президентом, но он трагически погиб, и, соответственно, так как основная поддержка была от Александра Ивановича, то в данном воплощении проект получил развитие на проведение многочисленных испытаний, экспериментов. И вот вы видите ЗИЛ, уходящий в небо. Это подвижная лаборатория, специально формировалась наледь, чтобы доказать всем, что путевая структура, легкая, ажурная, казалось бы, должна была разрушиться на глазах под тяжестью ЗИЛа, но не просто выдержала эти испытания, эту нагрузку, но и с запасом, и все аплодировали стоя. И в 2009 году была проведена презентация губернатором Ульяновской области Морозовым, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, на тот момент президенту, и Дмитрий Анатольевич сказал, что если сможете найти финансирование, то, пожалуйста, стройте. Но, к сожалению, через неделю после Госсовета Российской Федерации данный полигон в Московской области, город Озера, был уничтожен. Но если кто-то проживает недалеко от города Озер, может посетить и увидеть остатки былой, так скажем, не то что славы, слава не была громкая по всему миру, но это было очень важно для самого Анатолия Эдуардовича Юницкого и команды, которая на тот момент двигала, для Сибирякова Сергея Анатольевича, что технология действительно доказала то, что декларировалось, и путевая структура выдержала те нагрузки, которые декларировались. И в 2013 году была предпринята новая совершенно стратегия развития, это начало краудинвестинга, народное финансирование, которое вывело проект на совершенно новые грани и возможности достижения новых целей и формировать новые горизонты планирования. Были получены результаты за эти 1,5-2 года, те, которые не были получены за 30 лет. И, собственно, это доказывает, что модель краудинвестинга – это абсолютно эффективная модель, и не с помощью какой-либо другой модели невозможно развитие подобной народной транснациональной корпорации. Почему народной? Потому что каждый из нас с вами является дольщиками и, соответственно, акционерами данной компании. В будущем теоретически, почему теоретически? Потому что адресных проектов сейчас нету ни одного в мире, не то что адресных проектов, демонстрация, сертификация – ожидается, внимание, дамы и господа новички, не через 2-3 года, а уже этим летом, максимум осенью 2016 года произойдет демонстрация, сертификация технологии Skyway. И теперь давайте перейдем вкратце к направлениям, чтобы было понятно. Я думаю, что, дамы и господа новички, в первую очередь напоминаю, вебинар данный направлен на новичков. Направления абсолютно традиционные и нужные. Нужные, направленные на освоение тех территорий, тех регионов, того рельефа, который на сегодняшний день не может быть освоен с помощью существующей транспортной инфраструктуры. Это городской пассажирский транспорт, вы видите замечательную картинку преодоления пробок, транспортный коллапс, так называемый, представьте здесь еще полуметровые сугробы, допустим, и тут просто еще больше транспортные проблемы могут иметь место быть. Это грузовой транспорт, освоение серьезными освоениями месторождений, которые на сегодняшний день не могут быть освоены. Это перевоз пищевого льда, воды, что касается Российской Федерации. Это перевозка сыпучих штучных материалов, нефти, газа и различных товаров, которые перевозятся в грузовых составах, железнодорожных составах. И что касается железнодорожных составов, то средняя скорость перемещения – это 10-15 км в час, что необозримо мало и формирует огромные затраты
у компаний, которые используют данные перевозки. И, естественно, высокоскоростной транспорт. Что касается финансирования, сейчас уже также формируется, и демонстрация сертификации планируется на 2017 год. Но стратегией, точкой входа будут являться юнибайки. То есть это легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт. И эта стратегия была выделена опытным путем, путем взаимодействия со властями по адресным проектам, по общению, по выявлению потребностей и необходимости в реализации транспорта второго уровня. И на сегодняшний день мы не планируем ни с кем конкурировать. Мы будем входить именно с помощью легкого прогулочного спортивно-экскурсионного транспорта в современную транспортную мировую нишу, которая имеет потенциал в триллионы и в десятки триллионов долларов. Но начинать мы будем как раз-таки с легкого прогулочного транспорта, который постепенно начнет формировать сеть Transnet, которая, в свою очередь, будет развиваться так же быстро, как и в свое время развивалась сеть интернет. Я думаю, что никто не может поспорить с процессами развития как сети интернет, так и мобильной связи. И если точечно она появлялась ранее в единичных регионах, странах, то сейчас это абсолютно распространенная сеть мобильных телекоммуникаций и сеть оптоволоконных соединений, сети интернета, Wi-Fi и так далее. То есть Wi-Fi можно тоже считать сетью, только немножко другого уровня. И какие же преимущества несет в себе технология Skyway? В первую очередь я хотел бы отметить безопасность, безопасность и комфорт перемещения. Вы будете абсолютно уверены, что вы доедете при комфортном, безопасном перемещении от точки А в точку Б, причем это будет мгновенное перемещение. То есть, к примеру, вы садитесь в подвижной состав Skyway, именуемый Unibus, Unicar, извиняюсь, это не для людей, это для грузов, Unilet, либо Unibike, либо личный Unibus, либо Unibike. И, соответственно, уже утром вы находитесь, к примеру, если я еду с Челябинска в Москву, уже через несколько часов при скорости перемещения 500-600 км в час и максимум через день я нахожусь уже в Москве, и мне не нужно будет тратить огромное количество часов в пересадках и так далее. Вот очень много на самом деле летаю, путешествую, и мне лично не нравится этот факт нахождения в пересадках. То есть это то время, которое просто умирает. Естественно, там можно работать в аэропорту, но совершенно не те условия. И согласитесь, что эти часы выпадают из нашей с вами жизни. И, естественно, долговечность. То есть по сертификации эта путевая структура будет являться постами. То есть соответственно, сравнивать их можно абсолютно именно с мостами. И что касается подвижного состава, по сертификации это будет высокоскоростной электрический трамвай. Соответственно, наш подвижной состав будет абсолютно экологичным, устойчивым к терактам, различным террористическим актам и ресурсно несопоставимый с существующими подвижными составами, существующими автомобилями, автобусами и железнодорожными составами. Потому что те затраты материала, сырья, энергии и финансовые, как капитальные, так и финансовые затраты, они несравнимы с теми затратами минимальными, которые будет использовать технология Skyway. И что хотелось бы, чтобы понимали новички, суть технологии Skyway, одна из главных особенностей заключается в очень мощной аэродинамике. То есть то, что став находится на втором, то есть на высоте 5-15 метров и выше, это уже увеличивает аэродинамику более чем в 2 раза. Я очень люблю эту картинку. Наверное, тут нужно добавить еще военные самолеты, истребители, так как коэффициент аэродинамического сопротивления лучше, чем даже у военного самолета.
То есть 0,075 против 0,35, это у Bugatti Veyron, как раз таки этот спорткар, замечательный автомобиль, представлен на слайде. И что касается сопротивления трения колеса, сопротивления качению, эти показатели минимальны по сравнению с железнодорожными составами, я не говорю про автомобили, так как возникает огромный эффект экрана, и то, что автомобиль перемещается на пневмомашине, соответственно, пятно соприкосновения с поверхностью максимальное. И КПД колеса 99%, соответственно, рельсовый автомобиль при перемещении по путевой структуре, сталь по стали, так скажем, это максимально эффективный способ перемещения на сегодняшний день. Это подтвердил президент Международной академии ТРИС, теории решения изобретательских задач. То есть это очень серьезное направление. Михаил Орлов в интервью на наших каналах, можете это увидеть. Соответственно, от аэродинамики, именно от аэродинамики идет очень серьезная экономия и серьезная экономия затрат как топлива, так и материалов. Это очень серьезный экономический эффект. То есть, если сравнивать миллионы юнибусов, то можно сэкономить 9 миллиардов тонн нефти. То есть 9 миллиардов тонн нефти – это выработка всей нефтяной промышленности. 9 тысяч. Соответственно, эти аспекты заставляют задуматься, что да, действительно, стоит применять подвижные составы инновационного типа, путевую структуру инновационного типа и транспорт второго уровня. И перейдем к самому главному, почему называется струнная технология, почему струна. И чтобы было для новичков понятно, это предварительно напряженная, закрепленная на концах анкерных опор, которые могут являться как станциями, так и просто опорами, принимающими на себя нагрузку. И, соответственно, возникает эффект струны. То есть, как гитарная струна, какие-то сходства минимальные есть, так как гитарную струну мы напрягаем, закрепляем, растягиваем. И, соответственно, если на параллельные гитарные струны положить ластик, мобильный телефон и так далее, и она будет растянута, то ничего не упадет. Если вы ослабите, то, соответственно, вся конструкция рухнет. Примерно такой же принцип, если простым языком говорить, является у технологии Skyway. И если еще больше углубиться, то это проволоки, стальные проволоки диаметром 3-5 мм в зависимости от применения, растянутые, опять же, напряженные, закрепленные на концах анкерных опор. Далее идет омоноличивание, далее идет головка рельса, которая ставится на данную путевую структуру. И, соответственно, даже головка рельса, она инновационного типа, она не такая, как у железнодорожного полотна, и абсолютно отличается, то есть не имеет реборд и так далее. И, соответственно, это легкая ажурная конструкция, не имеет никаких стыков, сварных швов, соединений, и позволяет перемещаться абсолютно комфортно, опять же, безопасно, без каких-либо деформаций, вибраций и какого-либо некомфортного перемещения. На дневном вебинаре я приводил такой пример. Я думаю, что для всех людей, которые когда-либо перемещались в железнодорожном составе, в русском, плацкартном или просто в обычном железнодорожном составе, я не говорю про сапсаны и так далее, по нашей традиционной русской железной дороге, соответственно, налив кипяток в кружку, вы не можете быть уверенными, что вы дойдете, не обрызгав себя. И здесь такой риск будет абсолютно исключен. Это также очень наглядный пример. И самую большую доказательную базу формирует то, что стройка идет уже здесь, сейчас. То есть экотехнопарк уже формируется в бетоне, в железе уже сейчас. То есть стройка началась.
демонстрация, сертификация лето-осень 2016 года уже подходит к концу формирования строительства анкерной опоры, которая одновременно является и станцией, и установлены промежуточные опоры, соответственно, ближе к лету будет с помощью технологической оснастки установлены, натянуты струны между промежуточными опорами и закреплены на концах анкерных опор. То есть, кто сомневается, может посетить Марину горку и в этом убедиться. И заочно мы приглашаем всех на демонстрацию, сертификацию, потому что это будет достаточно серьезное событие для всех наших акционеров, которых уже более 200 тысяч людей зарегистрированных, более 30 тысяч активных участников только по Skyway Invest Group, активных участников, инвестирующих каждый месяц. Кто-то не каждый месяц, но недавно у нас появилась возможность рассрочки и по максимально выгодным условиям, по дисконту, то есть по максимальной венчурной премии за ваш риск. Ну, риска, я могу сказать, по сравнению с 2014 годом, когда все начиналось, и когда, если говорить про меня, я перевел свои первые $1500 непонятно кому, просто на карточку Сбербанка, была не отлажена еще система приема денег, и в надежде получить сертификаты я совершил это рискованное действие, ну, естественно, получил сертификаты, то сейчас вы в абсолютно тепличных условиях, развиваетесь, строите структуру, рассказываете о проекте окружающим, близким, неблизким, незнакомым даже людям, соответственно, сформированы максимально удобные инструменты, которые позволяют абсолютно комфортно и быстро работать, безопасно работать в должной юридической форме и схеме. И, соответственно, наши инвестиции защищены, мы защищаем сами свои инвестиции, потому что каждый день мы формируем дополнительный приток инвесторов и расширяем не просто инвест-проводящую систему, но и будущую сеть потребителей технологии Skyway. Это люди, которые в будущем будут перемещаться по путевой структуре сети Transnet и, соответственно, будут пользоваться уже дивидендами, которые появятся, поверьте мне, в обозримом абсолютно будущем от первых адресных проектов. Пойдут первые авансовые платежи, и компания будет обязана от прибыли получаемой выделить средства не менее 20% на распределение дивидендов. Это, собственно, то, зачем многие сюда приходят в сегодняшнюю программу, сегодняшнее развитие Skyway. Ну и что касается уже немногих, это те люди, которые желают и понимают, что здесь можно сформировать серьезные бизнесы, прокатиться с первого до сотого даже этажа на социальном лифте, стать тем человеком, которым действительно вы желаете стать в своей жизни, директором адресного проекта, как мелкого, так и крупного. Все зависит от вашей амбиции, все зависит от вашей активности в проекте, потому что здесь у нас есть такой принцип, что любой действительно может стать каждым. И эта ценность, она имеет место быть только здесь, сейчас, у нас с вами, не у наших внуков, не у наших родителей, а именно у нас с вами. И, пожалуйста, подумайте, осознайте, поймите, и после этого только предпринимайте или не предпринимайте решение, инвестировать в этот проект или нет. Собственно, вот такая краткая презентация. Я передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову. Всех, кого заинтересовала данная информация, что касается новичков, мы приглашаем на расширенный вебинар, который последует сразу за этим вебинаром. Там мы объясним, что такое промокод, как получить 100 акций и многие интересные моменты, которые уже внимает человек, который заинтересовался в развитии проекта и заинтересовался вхождением в программу. Сергей Анатольевич, вам слово.
Так, друзья, добрый вечер. Добрый вечер. Я буквально коротенько на этом вебинаре для начинающих, потому что по расписанию вы, наверное, уже посмотрели, у нас 13 часов, в 20 часов начинается следующий вебинар, уже для тех, кто в проекте, в программе. Вот. Алексей довольно-таки доходчиво и очень четко и структурированно показал информацию для новичков. Вот здесь я смотрю по анкете, которую заполняли порядка 30 человек, то есть это средняя статистика, сколько приходит людей. Вот поэтому моя фамилия, видите, это для тех, кто не знает, фамилия Сибиряков Сергей Анатольевич, вот висит моя, мой такой коротенький послужной список. Вот основное здесь, конечно, то, что я с Юницким знаком уже более 15 лет, работаю в этом проекте, в этой программе. И эта основа лежит макроэкономического прогноза, которым тоже я занимаюсь довольно-таки давно. И прогноз – это основа развития и то, что показывает возможности развития любой технологии. И сегодня я могу сказать, что в наше бурное, в меняющееся время основа технологического развития это является Transnet, это является новый технологический уклад, что, все, что связано с коммуникациями, новыми коммуникациями. И мы, друзья, как раз сейчас создаем систему, которая именно реализует эту технологию, создает краудинвестинговую систему, создает целевое финансирование проекта, венчурную стадию, когда за вложенные инвестиции выписывается премия, которая при развитии проекта может капитализироваться в номинал. Мы эту систему отрабатываем уже второй год, и довольно-таки активно сегодня идет строительство, вы видели во всех роликах, и сейчас по окончанию этого вебинара и перед началом следующего вы увидите отчет компании за работы за год, то, что сделано уже с теми инвесторами, которые пришли полтора-два года назад и вот приходили в течение всего 2015 года. Финансирование идет, работа идет, конструкторское бюро сформировано, и сегодня я вам тоже сейчас приоткрою не тайну, скажем так, интригу, которую вы сейчас увидите следом в перерыве между вебинаром для новичков и потом для тех, кто уже в программе будет. Следующая вещь. Мы сделаем очень два интересных ролика. Не буду говорить, какие, но они будут идти очень показательно друг за другом. И дальше будет очень интересный анализ того, что сейчас происходит в сфере формирования шестого технологического уклада, то есть ядра технологии, которая определит развитие на 10, 15, 20 лет вперед. И я могу сказать, что в этом плане здесь у нас уже есть не только союзники, а очень четкие партнеры, которые работают в той же логике, работают в том же направлении и создают то же, что и мы. Поэтому я могу сказать, что в такой компании, с такими людьми, однозначно можно сказать, что мы добьемся в ближайшие годы очень серьезного результата. Вот. Ну а дальше. Вот. Так вот, друзья, тот, кто сейчас присоединился к программе, что вы должны основное понимать, что, к чему мы вас призываем и чему вас пытаемся научить? Мы доводим информацию о том, что есть технология, этой технологии более 40 лет, это авторская технология, русский инженер Анатолий Дарович Юницкий. При этом я никогда не перестаю повторять тот ряд, и я тоже думаю, что вы его в конце концов заучите и поймете, что Юницкий это не просто так, ниоткуда взявшаяся фамилия, взявшийся инженер, взявшийся ученый, который работает в сфере транспорта и сегодня дает новую концепцию, такой кулибин из родившийся в Белоруссии, там живший в Казахстане, а потом работающий сейчас в России и в конструкторское бюро в Минске. Это, друзья, историческая параллель, это историческая, потому что когда мы говорим о науке, о движении, мы не можем не говорить о Можайском, который стал основным родоначальником и первым конструктором самолетов и аппаратов тяжелее воздуха. Это Жуковский, наш русский ученый, который рассчитал всю подъемную силу, и благодаря этим расчетам братья Райт в 1903 году, 17 декабря, подняли первый самолет, первый аппарат тяжелее воздуха. Это Циолковский Константин Эдуардович, теоретик, который разработал концепцию ракетного движения, освоения космоса, многоступенчатых ракет, шлюзовых камер, спутниковых орбитальных комплексов и много-много чего. И сегодня, как благодарные потомки,
память там, теоретики Константин Эдуардович Циолковском, Академия космонавтики носит его имя. Это тоже, друзья, абсолютно справедливо и абсолютно правильно. Мы помним нашего изобретателя и российского инженера Игоря Сикорского, который создал новую концепцию самолетостроения и создал целую отрасль, самую крупную, соответственно, авиационную компанию в мире. Это тоже, друзья, есть что показать, есть что это делать. И зачем нам это четко этот ряд надо понимать и делать? Потому что конец 20 века, начало 21 века, наш соотечественник, наш ученый, теперь Анатолий Эдуардович Юницкий. И самое интересное, символично, что Юницкий, эта фамилия переводится как Юни объединяющий, именно создал новую концепцию движения, которая позволит в новом тысячелетии, в 21 веке, создать новую систему движения, которая уходит от всех недостатков, которые есть у современной системы, от этой безумной экологии, которую дает самолеты, от этой сегодня страшной смертности, которую дает автомобиль. Все вместе это сжигает огромное количество, миллиарды тонн нефти, цена которой сегодня стремительно падает, и в российской экономике неожиданно начинается коллапс, который, казалось бы, не должен никогда было возникнуть, и казалось, что мы будем вечно счастливо жить при ценах на нефть в $200, но оказалось, что в $20 жить намного тяжелее. И, соответственно, это, друзья, сегодня выстраивает концепцию, что мы будем жить, двигаться вообще без нефти, без газа, и жить при этом будем намного лучше. И, друзья, сегодня то, что мы делаем, создана система, создана концепция, которая реализуется. Тут пишет Заснега, Витебский транспортный коллапс. Денис, если бы вы знали, какой в Москве сейчас транспортный коллапс, то это описать вообще трудно. У нас по 15-бальной шкале, которой практически никогда не было, сегодня 13 баллов пробки. Поэтому, если говорить образно, вся Москва стоит. И сегодня, когда смотришь и начинаешь понимать, что цивилизация какими-то путями, которыми она шла, пришла туда, где, в общем-то, она, наверное, находиться сама не хочет. И тот коллапс, который сегодня, то есть люди часами, а тут уже приходят уже по 8, по 10 часов в день, стоят в пробке в автомобилях. Но это, друзья, что осталось на это сказать? Что следующий коллапс, то есть следующий снегопад, а всего-то в России зимой, в январе месяце неожиданно прошел снег. И оказывается, это приводит к коллапсу. Это, друзья, как раз то, к чему пришла сегодня цивилизация, то, к чему пришло технологическое развитие, и то, что мы сегодня с вами имеем как результат того, что сделано. Мы с вами дышим воздухом, где миллиарды тонн распыляются нефтепродуктов, и, соответственно, сера, СО, тяжелые металлы, мы все это с большим удовольствием, наверное, вдыхаем. Все это идет в почву, все это идет в воду, все это идет в продукты, а плюс еще миллионы, сотни миллионов тонн нефтепродуктов, распыленные в стратосфере этими птеродактилями цивилизации. Это тоже все выпадает на Землю в виде серных дождей, все это выходит нам в пищу, и мы это все едим, дышим. Мы все в этой живем, стоим часами в пробке, и плюс к этому мы еще живем в экономике, живем в стране, которая абсолютно зависит от того, сколько она добывает и продает нефти, от чужой конъюнктуры. И вот сегодня, когда все это разом сошлось, то оказывается, что мы пьем некачественную воду, едим некачественные продукты, живем в городах, которые полностью зависят от того, есть свет, нету света, вода или не вода, и еще и передвигаемся на автомобилях, которые, питаясь этой нефтью, выдают нам то, что мы мало того, что не можем передвигаться, еще и стоим в пробках, дышим всей этой гадостью. И вот, друзья, на этой радужной ноте я могу сказать, что мы с вами создали систему, мы с вами работаем, которая все это меняет и все эти недостатки убирает. И тот мир, который мы сегодня строим, он будет качественно отличаться от того, что мы делаем. Мы будем питаться чистыми продуктами, пить чистую воду, жить в экологически чистых районах на берегу озер и рек, будем передвигаться без потребления нефти и газа для движения, мы будем жить в домах, которые будут, соответственно, экологически чистыми вещами отапливаться. Это все, друзья, то, что создает новое развитие цивилизационного уклада, то, что мы сегодня называем шестым технологическим укладом. И если говорить уже конкретно в бизнесе, то, что мы с вами сегодня делаем, краудинвестинговая система и Skyway Invest Group, как компания, которая именно инвестиционная компания, которая организует этот процесс, то цель и задача доведения информации
о том, куда и как инвестировать, что будет развивать более перспективные инновационные направления есть, и организация юридической защиты тех, кто входит в проект и, соответственно, становится участником развития этих научных направлений. Дальше отработана система уже научно-конструкторской компании, которая уже с помощью того финансирования, которое мы организуем, выдает чертежи, делает научные разработки, заказывает их на производстве и в данный момент осуществляет строительство на полигоне в Марьиной Горке для того, чтобы продемонстрировать готовую технологию для применения ее в коммерческих проектах. И дальше уже, друзья, о чем нельзя не сказать, что мы активно работаем именно уже как командой директоров для продвижения самих адресных проектов, для запуска и для создания коммерческих компаний, которые будут зарабатывать прибыль, которая как раз и будет капитализировать ту интеллектуальную собственность и те венчурные премии, из которых мы сегодня формируем свои инвестиционные венчурные пакеты. Я прошу каждое слово относиться очень в том порядке, именно которое оно произносится. Чтобы не было спекуляции и манипуляции на то дело, что мы обещаем несбыточные вещи, мы говорим, что это высокорисковый венчурный научный проект, и его высокая доходность рассчитана только на высокий спрос той продукции, которая будет давать технологии. А спрос этой продукции – это практически половина мирового ВВП, который за ближайшие 10 лет с использованием именно этих технологий еще и удваивается. У нас большое количество партнеров и союзников, их постоянно количество увеличивается. Количество краудинвестинга, кто сегодня людей пришли, поддержали, участвуют в проектах, это уже больше 230 тысяч человек. Причем это те, кто получают информацию о проекте, а те, кто активно инвестирует и работает, сегодня тоже исчисляется уже десятками тысяч людей. Год назад это была небольшая группа людей, а 2 года назад, когда мы только-только начинали, это была небольшая горстка энтузиастов, которая продвигала этот проект. Сегодня, исходя из этой динамики, то, что Алексей уже сказал, мы весной этого года уже увидим первые прототипы, демонстрацию. Это легких транспортных систем, спортивно-экскурсионных, которые не являются транспортом, а являются именно нишей спортивно-прогулочного развлекательного класса. К осени мы увидим уже прототипы и демонстрации и начало испытаний уже городских систем, грузовых, начало работ по высокоскоростной системе. Это, друзья, работа, которая сегодня является результатом того, что мы делаем. Ну и как параллельно уже как использование той доказательной базы, которую мы сегодня формируем, идут активные переговоры уже с крупными чиновниками, не только в России, и даже не столько в России, сколько за рубежом. Идут переговоры с конкретными инвестиционными фондами и заказчиками технологий. То есть вот, в конце января такая группа очень квалифицированных специалистов во главе с Анатолием Дуановичем Юницким, там Виктором Бабуриным, летит в Австралию, где идет активная работа с нашим партнером, который тоже пришел благодаря нашей работе именно инвестиционного фонда Тарот Худ, который сегодня уже запускает порядка 20 проектов с начальной капитализацией вложения инвестиций около 200 миллионов долларов уже по конкретным проектам. И это, друзья, как раз первые шаги именно тех результатов, которые сегодня наша группа, наша компания и вместе группа компаний Skyway, президентом которой и создателем является Анатолий Дарович Яницкий, он же является и генеральным конструктором, именно основным человеком, который дает интеллектуальную собственность и реализует ее в практике. Это как раз, друзья, развивающаяся и работающая система. Поэтому к чему мы вас призываем, что в наше непростое время, а тем более сегодня канун старого Нового года, иностранцам это вообще объяснить невозможно, что такое старый Новый год. Под это обычно подводят итоги уходящего года, говорят пожелания на грядущий год. Поэтому здесь, друзья, могу сказать, что в тот непростой сложный год, который наступает, по сравнению с ним 2015 год покажется просто легкой сказкой и прогулкой. Об этом даже президент Путин сказал на своей пресс-конференции в конце
2015 года сказал, что, ребята, когда вы будете вспоминать 2015 год, вы будете, все проблемы, которые в нем были, вам покажутся легкой сказкой. И белой полосой, несмотря на то, что этот год был очень непростым. Следующий год будет, друзья, намного сложнее. А уж какой будет 2017, лучше об этом сейчас не говорить. Поэтому, если бы, друзья, мы с вами не занимали вей, я бы как экономист, как специалист в макроэкономическом прогнозировании, говорил бы, что, друзья, нас ожидают очень тяжелые времена, очень тяжелые прогнозы, которые нам надо будет с вами пережить. Сейчас я могу сказать, друзья, программа Skyway, то, к чему мы с вами подключаемся и то, что мы делаем, это единственная возможность, что будет реализовываться и выходить в ближайшее время. Поэтому для новичков, друзья, у вас есть серьезная возможность получить информацию, подумать, посмотреть и стать участниками проекта. Поэтому, если есть желание, можете остаться на следующий вебинар, на 20-часовой, куда будут подходить уже в основном люди, которые в проекте. Там мы будем обсуждать совсем другие вопросы, чем те, которые были на вебинаре для новичков. Тех, кого не устроила наша информация, значит, наверное, я с вами прощаюсь, значит, вы не получили для себя ничего полезного. Ну, наверное, пройдет время. Я очень много знаю людей, которые, получая информацию о проекте, проходит год, два, три, пять, а есть люди, которые знают 10 лет о проекте и только после этого принимают решение в него входить. Это, друзья, тоже абсолютно нормальный подход. А для тех, кто дальше работает, я сейчас сделаю небольшой перерыв, поэтому, друзья, он очень такой значимый и очень существенный, потому что мы сейчас вам будем давать очень интересную тему. Вот. И, соответственно, в 20 часов мы продолжим нашу работу. Поэтому, друзья, те, кто зашел на вебинар уже 20-часовой, поэтому, друзья, это просто очень существенная результативная, которую я предлагаю вам использовать тоже со временем. Ну, а с остальными, друзья, кому наша информация не понравилась или не узнал для себя ничего полезного, я, друзья, прощаюсь. То, что сейчас вы видите, промокоды, это для тех, кто дальше уже будет работать в проекте и тот, кто будет все-таки информацию, которую мы дали, использовать в практике. Все, друзья, до 20 часов делаем 10-минутный перерыв.